Короче, этот адвокат юристу написал, что можно уволиться, никакого судебного преследования быть не должно. А если, типа, откроют дело или даже просто к следователю вызовут, сразу ему позвонить, он номер дал свой, все. Он говорит, по этим военным преступлениям, короче, профита. Типа, если, говорит, срочка недослужена, то на срочку, скорее всего, вернут. А если нет, просто уволишься, и все, никакой ни статьи, нифига. Как эти тут говорят, что там по статье, еще что-нибудь. Нет, ты имеешь полное право писать в записи в военном билете. Ну, ты будешь писать этот рапорт, нет? Я написал. Сегодня? Ну, вот только что написал. Молодец. Как просто. Я никуда не иду. Если примешь решение, это, увольняться, отказываться, принимай. Каждый человек имеет право на жизнь и на здоровье. Ну и главное, Антоха, выжить. Главное выжить. У тебя одна цель. Погибнет столько молодежи. То есть США и Украина ставят... США 21 тысяча российских погибло. Украина ставит 24, а наши 1200. Представь, а кто будет... Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, жопа. Люди-то разговаривают, говорят, эта жопа затянется на очень долго, лет на 10, на 15. Пока они нахуй разберутся с этой, со спецоперацией, когда она нахуй закончится, никто не знает. А потом, пока они все это отстроят опять, это же за все за наш счет. Праздники каждый день по телевизору, какая-нибудь хуйня. Улан-Удэ 99 лет, большущий концерт, похрен, что в Бурятии каждый день хоронят пацанов с Украины. Вообще должны быть на кех трауре. А то проедут с этими знаками на машине. Ой, что ты в поддержку наших солдат, патриоты ебаные. Детей патриотизму кинулись учить. По телевизору эти все передачи политические, ты знаешь, на всех каналах. Какой-то хуйню порют, рассказывают. Столько народу, а правды нисколько нет.